Всем привет! Вы на канале «Товары с Китая» и меня зовут Вячеслав. Сегодня мне почтальон принес вот эту посылку. Целых 86 дней я ждал ее, и вот, наконец, она ко мне пришла. С AliExpress приехало универсальное зарядное устройство от фирмы AceFast. Такой зарядный блок на 3 USB-порта. Ну что ж, давайте его распакуем. Ну и вот в такой коробке приходит это зарядное. Ну, сразу хочу сказать, так, 24 месяца гарантия, тут характеристики. Кстати, в этом магазине не только продаются эти устройства. И сейчас этот зарядник можно заказать за $30, почти $31. Но в этом магазине также продаются, посмотрите, 99% положительных отзывов. Продаются и кабели, и даже ТВС-наушники, и зарядные в автомобиле. И так далее. Ссылку, где я покупал, оставлю под этим видео. Ну что ж, давайте вскроем эту коробку. Так, открываем. Вот так. Ого! И кабель положил продавец, а также инструкция. Все, в коробке больше ничего нет. Отложим ее пока в сторонку. Так, AceFast, User Manual. Да, друзья, инструкция. Отлично, все характеристики здесь есть. Ух ты, смотрите, какой кабель шикарный. AceFast. 100 ватт, ничего себе, 100-ваттный кабель. Сколько же он, интересно, в длину, этот кабель. Да, друзья, в такой оплетке матерчатой. Ничего себе, 2 метра, 2 метра в длину. Type-C, Type-C. Ну, спасибо, спасибо продавцу за такой комплект. Ну и вот зарядный блок. Написано AceFast. Да, друзья, здесь обратите, пожалуйста, внимание, у нас Power 65 ватт максимальный выход, два порта USB Type-C и один порт USB-A. Кстати, верхний порт C1 максимально может выдавать 65 ватт на выходе. Второй порт C2 максимально может выдавать 20 Вт. И USB A1 может максимально выдавать 18 Вт. Ну и сейчас мы постараемся с вами это все протестировать, проверить. Ну, мне нравится такой зарядный блок универсальный. Видно, что не какой-то подвальный Китай, а видно, что качественная вещь. Ну что ж, друзья, давайте его проверим. Чтобы проверить этот мощный зарядный блок, я взял два смартфона. Первый у меня Poco X3 GT, который поддерживает 67-ваттную зарядку, и Realme GT Neo 2, который поддерживает 65-ваттную зарядку. И сейчас мы попробуем, поддерживает ли наш мощный блок AceFast 65-ваттную зарядку. Так, в самый верхний USB Type-C порт вставляем. Так, я вставил. Ну и вначале смартфон Poco X3 GT. Я выключу. Так, зарядка пошла. Да, быстрая зарядка поддерживается, друзья. Здесь все отлично. Ну и теперь смартфон Realme. Давайте вставим в Type-C порт. Так. Ну что, будет поддерживать Dark Charge или нет? К
сожалению, не поддерживает, друзья. Этот протокол он не поддерживает, но зарядка пошла. И у меня еще один есть телефон LG V50, который тоже поддерживает быструю зарядку. И давайте попробуем. Но он поддерживает 18-ваттную зарядку. И я попробую вставить этот кабель. Так, что у нас тут показывает? Да, друзья, быстрая зарядка поддерживается. Отлично. Ну что ж, вы все видели сами. У меня остаются только приятные впечатления от использования этого мощного зарядного блока на 65 Вт. В дорожной сумке ему всегда найдется место. Им можно зарядить как смартфон, так и планшет, а также можно зарядить даже ноутбук, если есть порт USB Type-C. Ну что ж, друзья, все ссылки на магазин будут под этим видео. А у меня на этом все. Всем пока!